Саратовец Борис Петров давно собирает коллекцию монет. Здесь и древняя копейка, единственная монета, какую знали на Руси в течение долгого времени. Большая редкость – рубль царя Алексея Михайловича. Таких рублей было отчеканено всего несколько тысяч. Юбилейный рубль – в честь Отечественной войны 812 года. Ефимок. Испанский талер, клейменный на русском монетном дворе. А всего в этой интересной коллекции 3500 монет.